Привет-привет! Решила более подробно вам рассказать про две туши из новинок серии Glam Team компании Faberlic. Вот этой вот пользуюсь уже месяц примерно. Заказала ее давно уже, месяц назад, да, пользуюсь ее. Она мне очень нравится. Хотела вам более подробно показать, рассказать про щеточки. Она удлиняющая, придает объем, да, более подходит для объема, в принципе, также и для удлинения, по практике, да, могу вам сказать. Вторая тушь у нас удлинение и объем, но она больше удлиняет, на мой взгляд. Обе туши мне понравились, у этой силиконовая кисточка, а там такая пушистая щеточка. И одна, и вторая мне понравились. Я на самом деле долго думала, какая мне больше подойдет. Практика показала, что и одна, и вторая мне подошли. В принципе, для меня очень важно, что тушь не вызывает аллергии, что она не аллергичная и мне, в принципе, подходит именно по этому критерию, в частности. Продолжу пользоваться вот этой вот, потом начну пользоваться вот этой вот, и уже более объективно смогу сказать. Для первого раза эта тушь мне тоже подошла, и она мне тоже очень понравилась. Более удлиняет, более придает объем, на мой взгляд. Если есть какие-то ваши отзывы, пишите в комментариях, обсудим.